Ну а скачать игру на свой телефон, в которую я играю, вы можете по ссылочке в описании. Также вы там найдете мой промокод, который даст вам приятные бонусы на старте игры. Всем привет, любители криминала, и добро пожаловать на вторую серию «Пути до строительной компании». Прошлая серия закончилась на том, что у меня было на балансе 250 миллионов, но потом я решил добавить Фому Ламборгини Урус. Но перед тем, как добавлять его Фому, я решил поставить на него лаунч-контроль, а также Спорт Плюс. Ну и конечно же, как любой себя уважающий лудоман, я решил пооткрывать коробку с автозапчастями, на которую я слил больше 20 миллионов рублей. В данный момент у меня на руках 235 миллионов, нужно восстанавливать баланс, именно поэтому я сейчас еду в автосалон среднего класса, чтобы продать дешевые автомобили и добить 250 миллионов. Продаем BMW M5 E60 за 1 миллион, Ford Mustang улетает за 1,3 миллиона рублей, Toyota Camry за лям 200, 2 Kia K5 по 1 миллиону 250 тысяч, еще один Ford Mustang за лям 300, Ducati за 1,5 мульта, Toyota Supra улетает у нас за 1 миллион 350 тысяч, еще две Toyota Camry по ляму 200 и еще один Ford Mustang за 1 миллион 300 тысяч. Ну все, ребятки, я полностью восстановил исходный баланс. Сейчас у меня на руках 250 миллионов рублей. Совсем недавно уже слетала строительная компания, но, к сожалению, я был владельцем транспортной компании. На Булкраше нельзя иметь одновременно транспортную и строительную компанию. Поэтому я не смог даже поучаствовать за нее в торгах. Ну и, к сожалению, на этом моменте мое владение транспортной компанией подходит к концу. Я принял решение ее продать, чтобы в дальнейшем, если слетит строительная компания, я мог принять участие в ней за торги. Но прежде чем ее продавать, давайте посмотрим, сколько у нас там денег лежит на балансе. 2 миллиона 396 тысяч. Неплохо. И, ребятки, хоть я и продаю транспортную компанию, но мне очень сильно нравилось владеть этим бизнесом. Перед продажей давайте поблагодарю всех сотрудников за работу. И, ребятки, если вас нет в сети, но вы работали в моей транспортной компании, вам тоже огромное спасибо. Также, ребятки, я вспомнил, что я покупал на свои кровные деньги все грузовики, которые я точно так же могу продать перед продажей транспортной компании. Почему бы и нет, мне будет за это возвращено 70% от их изначальной стоимости. Все, ребятки, я продал все грузовики, и баланс у меня получился после продажи грузовиков 267 миллионов рублей. Теперь телепортируемся на здание аукциона и выставляем нашу транспортную компанию. Выбираем тип транспортная компания. Вы хотите выставить на аукцион транспортную компанию номер 7? Да. Подписываю, что это ТК Lorenzo Truck, и выставляю ее за 95 миллионов рублей, чтобы как можно быстрее начали делать ставки именно на мою транспортную компанию. Нажимаю выставить лот. Вы действительно хотите выставить на аукцион транспортную компанию номер 7, все автомобили будут проданы в государство. То есть мне не обязательно было их сливать вручную? Ну ладно, нажимаем далее. И я еще при этом потратил на что-то 80 тысяч рублей. Вот он появился, мой лот. Транспортная компания 97, почему-то у меня писалось просто номер 7, какой-то баг. Я прочекал, в данный момент моя транспортная компания — это единственная ТК, которая продается в данный момент. Но почему-то у меня залагал интерфейс. Блин, у меня залагал интерфейс, и в данный момент я ничего сделать не могу. Я вот нажимаю кнопку «Выйти», но у меня не выходит. Пробую куда-нибудь телепортироваться, и у меня тоже ничего не выскакивает. Произошел какой-то баг. Видимо, кто-то из чуваков, которые стояли рядом, кинули мне какое-то предложение. А нет, меня просто крашнуло с сервера. Ну, наконец-то, ребятки, я перезашел, и вот он, мой лот с транспортной компании на самой первой странице. Я надеюсь, что в ближайшие 3 часа ее кто-нибудь купит у меня хотя бы, ну, за 96 миллионов. Конечно же, в идеале хотелось бы продать лямов за 110, за 120. Так, ребятки, между делом забежал в банк оплатить налоги за свой дом на Рублевке, и знаете, что обнаружил? На одном из моих банковских счетов я обнаружил, что у меня лежит 23 миллиона рублей, которые я, конечно же, сейчас обналичу. Успешно обналичил эти 23 миллиона, итоговый баланс у меня на данный момент получается 270
290 миллионов рублей. И если я сейчас продам свою транспортную компанию хотя бы как минимум за 100 миллионов, то у меня будет 390 лямов. С таким балансом уже можно будет смело задумываться о покупке строительной компании.